Всем привет! Привет! Мы сегодня сняли видео. Это такой обзор на некоторые продукты в магазинах в Португалии. Это по просьбе нашей зрительницы Натали Лучистая. Она попросила снять такое видео с ценами на продукты. И в частности... Она знает волшебное слово «презунто». Да. Не все знают, а она знает. Падает, это такое, да. В некоторых магазинах, в некоторых отделах даже магазинов нас просили не снимать. Поэтому там, допустим, мясной отдел, ну, не получилось снять. В общем, смотрите. Задавайте вопросы. Приятного просмотра. Так, это 10 штук, да? Да, евро 35. Ну, обычно они по 6. А нет, вот эти по 10 штук, а эти по 6 штук. 6 штук. Хорошие помидоры. Смесь. Дыни. Виноград. Маракуйя, нанона, манго, значит, манго дорогая, авокадо, этот хороший, вот, лима, чеснок, лук, картошка, сладкий картофель, сладкий лук, нет, не сладкий, вот этот сладкий. Это шалот, лук-шалот. А, вот сладкий. Он действительно сладкий. Морковка. Простая и био. А вот там еще есть. Это у нас капуста. Да? Капуста. Куроса. Вот там, кстати, классная капуста. Ломбарда. Брод. Как я сказал. Зелень. Салат. Кинза, петрушка по 79 за 50 грамм. Бананы по 95 сегодня, каштаны 3,99, орехи по 6, это в упаковке. Спасибо. А вот по 7. Шикарные орехи. Биологические бананы, да, мадейровские, по-моему, вот это, да. Мадейровские бананы по 2,69. Яблоки 1,99. 9. Это за наборы. Несколько килограмм. Средняя цена где-то от 1,5 до 2 евро за яблоки. Пера. Так, по 2. Груши по 2. Лимоны по 2. Так, апельсины. 2 килограмма, 2,49 апельсины. Вот клементины, мандарины. Хорошие огурцы, в смысле голландские. Это 1,69 рубль. Это вот такие, знаете, огурцы, так огурцы. Но они на вкус. Не очень, не да. Вкусные. Перец. Перчик 2,19, недорого, надо сказать. Помидоры среднего такая? Ну да, я там уже снимал, да. Черри, био, черри 2,49 упаковочки. Желтый сахар, ну что это? Евро вот. 29? Да, за килограмм. Обычный сахар 79 копеек, вон. Мука 57, обычный, белый 79. Еще. Крахмал. Крахмал кукурузный, 1,99 за... 400 грамм. Ну вот мука тут тоже есть, 1,39, 79. Разные с добавлением, без добавления разрыхлителя. Растительное масло. Это подсолнечное и... И оливковое. Оливковое. Да. Соль. Кому интересно соль? Да, соль. 21 копейка за килограмм. Ой, копейка. Цент. Какой я молодец. Хожу, разговариваю. Я сделал фотографию и разговариваю в фотографии. Кофе обжаренный в зернах, не обжаренный, молотый 250 грамм, капучино растворимый кофе, молотый в пакетах, экспрессо, био что-то там жареный, это для здоровья из всяких, из цикория, во, не из кофе, из цикория, вот такое, в капсулах. В пакетиках тоже капсулы. Это чаи клубничный, ромашковый традиционный, липовый, нутелла 3,49 за 350 грамм. Ну, это для ориентиру. Мед, арахисовая паста, молоко 69, по 59, по 47. Вот, без крышечки. Сейчас поедем за творогом.
греческий йогурт 2,15, сладости всякие, сливки 55, молоко настоящее, пастеризованное 0,79, маргарины, йогурт облегченный 3,1, этот творог очень вкусный, по 65 за 200 грамм, это 250 грамм, 85 тоже творог, вот здесь кабра, коза, козий, это овечий, сыры твердые, вода 6 литров, 67 копеек, ну кому интересно, красное сухое вино, 5 литров. Презунто. Это то, что упаковано и недорого. Надо разглядеть. 120 грамм, 2,49, 14 месяцев. 350 грамм? По 3,79. Кусочком, брикетиком. А там, по-моему, нарезано. Да. Колбаски. Там грудинки всякие, беконы. О, вареная колбаса. Да. Мортаделла. 1 килограмм, 2,84. Креветки. Аргентинские. Большие. 10-20 штук в килограмме, по-моему, стоит. Это поменьше. 8,49. Тот самый мускат. Это спумант, это сладкое шампанское. Достаточно редкое явление, но очень вкусненькое. И здесь еще есть отдел презунто. Вот такой, такие вот цены. Кусочки. Да, бери. Как по пиву. Ну, это раздел пива. Пройдись по названию, мы не очень понимаем. Да, мы в пиве не очень. А, вот сидр. Да. Это вкусно, это мы знаем. Пиво мы не пьем. Ну так, мало пьем. А вот 6 упаковок. По 200 миллилитров. 200 миллилитров, 2,99. Ну, кто разбирается, в общем. Нате вам. Тут импортная тоже есть, как импортная. Вот литр получается. А, литр. Рубль 9. Вот оно. И вообще немецкое, какой-то, да? Карлс Квел какой-то. Блонд. Вообще 89. Еще пиво, вино. И вот пошли вина. Ну, здесь такие бутылки. Это зеленые вина здесь, белые. Белые, зеленые. Пумант, ламбрушка, вкусная штучка. Это мы любим такое. Розовый. А, вискарик надо. Да. Вот этот крем вкусный. Ликер. Сливочный ликер. Он типа Беллис такой, повкуснее. Ну, так пройдись по этим. Это водка. Кто разбирается. Чача. Хороший ликер, такой национальный, португальский. Ну, есть красное вино, так пройдись. Ну, я раздел красных вин. Такое, сякое, Дору регион. Там внизу подешевле. Да, внизу. Да. Все бутылок. Хлеб, который пекут тут, в местной кондитерской. Ну, как пекут, из замороженного теста. Печку засовывают и размораживают. Такое. Круассаны. Паштел Дената, 35 центиков за штучку. Кто знает, тот знает. Круассаны. Еще какие-то. Еще же хлеб. Зернышками, с семенами. Посерьезнее булочки пошли. С подсолнечником. Обед черный был. А, багеты. Багет 59. Резанный хлеб уже нарезано. Машинка для резки хлеба. Традиционный пирог новогодний. Боларей. Континент. Алфас. Салат. 2 евро. Помидоры. Евро 99. Это еще какой-то алфас тут. Это тут же, наверное, самый. Помидоры. Перец 2,39. Огурцы не очень вкусные. 2,29. Морковка континентская, 75 центов. Кабачки, цукини, это, наверное. Это очень дорого. Да, 2,69 дорого. Лук французский. Фасоль 2,49. Кабачки 2,29. Баклажан 2,29.
Это морковка есть, там по 75. Это редиска типа редьки. Редька, редиска. Свекла. Рубль 59. 1,99. О, какая красивая. Баклажаны. Интересный фрукт. Вот так вот. Это такой мексиканский огурец. Белая капуста наша. Вот такая капуста. Это курасао, очень вкусно вот так вот порезать кружочками и в духовку. Или на сковородке. Возьму, наверное. Груши 1,99. Яблоки 1,99. Какие груши? Что здесь? Яблоки. Это, кстати, с ворсом. Яблоки с ворсом снаружи. Мы их называем волосатые. Дыня. 1,69. Орехи. Но это за полкило. 1,99. Бананы 99. Ананасы 1,19. Это, кстати, я хочу хурму взять, она такая хорошая. Лимоны. Мандарины. Вот мандарины с сеточками. Мы на развалах обычно берем. Тоже не самые дешевые. Апельсины, лимон, мандарин. Это как это? Грейпфрут. Манго. Бананы Мадейра. Киви. Папайя Мамайя. Вот тут папайя Мамайя. Ананас. Азорский ананас. 49. Какой даже есть. Китай. Поехали. Сладкий лук 2,29. Обычный 1,49. Белый лук 1,75. Ну, тут всякие, в общем, разновидности. Лука. Тыква. Тыква 1,29. Картошка. По 2,79, но здесь за сколько? По 93 за килограмм. Тут просто больше мешок весит. Развесная по 99. Раздел хамону. Хамон. Презунт. И сейчас скидка. Презунт со скидкой. Так, это за килограмм, да. 100% скидка. Никитит. Тут у нас шуганули с камерой. Дорадо 6, Рабава 6, не средняя. Дорадо поменьше, по 6,65, 5,49. Это каракатица. Салмон 9,99. О, карапау, ничего так дорого, да, по 5 стало? О, это дорого. Ага. Карапау по 3. А, ну она, наверное, там другая была. Да, ну вот такие рыба черт. Что в названии? Перечислить замучишься, да? Пойдем ракушки еще посмотрим. О, скат. Не скат. Скат. Рая. Это... Вот именно. Мидии. Мидии, да. Это ракушки всякие. Лена, специально для тебя. Язычки. И креветки. Кому надо коробку? Креветки. Креветки. Вареный. Кто смотрит? Да, дядька. Вот сейчас мы вот такие покажем, да. Это полусвежие-свежие сыры. Вот, кстати, хамоны. Презунт. Ну, это, по-моему, итальянские, да. Итальянские нарезки. А здесь вот такие тоже импортные сыры. Вот этот очень вкусный. Это вот местный сыр нам очень нравится, вот этот. Очень вкусный. Это овца, коза и корова. Ну, поесть. Здесь по 12, да, по-моему? Да. 12 штук, короче, здесь принято. Вот здесь 24 побольше, штуки. Побольше, по 24. 2,59. Сливки маленькие. Молоко. Ряды. Ну, здесь тоже по 48 центов, по-моему, должно быть. Да, по 49. Ох, ты подорожала. Масло, да? Вот сметану. Чего? Сметанку надо взять. Сейчас покажу. Вот, кстати, мировая сметана. Классная. Вот есть французский крем подороже, а это местный. Очень классно. Яичные белки отдельно. Только белок. Кефир надо? Нет.
масло. А, молоко хорошее. Масло. Ну, его тут полно. Ну, еще вот кофейный ряд. Вот отсюда начинается и вот туда до конца. Что конкретно вас интересует, говорите, снимем цену. Ну, я так пробегусь. Тут разных производителей эти капсулы. Растворимый кофе. Может, кто узнает свое. Смотрите, сколько это стоит здесь. А, ну тут какао и чай. Это свинина. Дальше там говядина. Говядина в среднем, ну, такая, такой разброс цен. Если вот для тушения в районе там 4-5 евро на косточки, вырезка, то доходит там до 11, 12, 20 евро. Ну, так вот. Курица, допустим, стоит где-то примерно 2 евро за килограмм.